называется, Паша выгуливает у него. Обкатка после сборки мотора. Леночка проехала. А то все, блин, какими-то такими легкими путями едет, а тут еще не покататься. Комфорт, Влада, говорит, рация сейчас улетит. Да нет, идем комфортно вообще. Все. Пока дорога комфортная. Все проглатывает. А вот и участник. Участник, 27-й номер. Туризм, наверное, судя по машине. Уже под машиной они. Да, чинят? Да, выехали так нормально уже. Уже они тут хорошо так полазили по под машине. Они оба там, да? Чинят? Да, что-то это. Вон лежит. Что, сломали новую машину? Глушителем на пельно, ну, не знаю, на пенек вроде маленький был, а глушителем зацепил. Слетел? Если что, хотите, можем поменяться, у нас глушитель на месте. Без доплаты. Мы нигде не черкнули ни разу. А где пилот? Там? Я пилот. Штурман. Пилот. Штурман под машиной. Штурман, как там дела? Все, поломали. Пытаются... починить? Да починить уже не получится. А, отсечь лишнее? Да не, как скорее привязать. Что, глушитель? Да. Ну, вон отец Павло принес инструмент. Не убью. Ты же не бросай сильно. Не спишь там? Он спит, по-моему. Ботинки выставил. Длинная колесная база очень. Там нельзя крутить спереди. Паша, я тебе на аватарку фотку сделал. О, с ногой оттянутой, красивей, да? Так, ну, так, так он более длинный такой. Балерина. Да, да. Вот это сломалось, да. Ну, вот бородач такие этюды уже лет 8 не показывал. Да, Али? Смотри, что делает. А голову посмотри, как вывернул. Залазь, помогай. А ты не хочешь, чтобы ты на пенек заехать? Чтобы выше стало чуть. Или сейчас ты просто не мог заехать еще. Вообще яма есть. Елки, тут как-то тесно, слышишь? Паш, ты бы тут застрял бы, мы бы тебя не выняли никогда, домкратить пришлось бы. А есть стяжки у кого-то? Или ремень, может, какой-то, наверное, да? Да это получше стяжек. Стяжки просто нагреются и отпадут. Да, надо проволоку. Не, про стяжки я говорю. Стяжки надо ремнем каким-то вязать. Штурмана не видно, только наклонившись такой. Смотри, ни тут его не видно. Заднюю часть не получится тебя снять, она на резинках или оно не вытащится? Я наоборот прикрепил. Так а зачем? Или проходит? Ты понимаешь, смотри, кто? Я в основном под машиной. А я тебе запомнил еще на старте, говорю, вот ботаник компьютерный какой-то. А программист, между прочим. Да? Сразу отличил. Ты видел, смотри, какая у него талия, такой и клиренс, обрати внимание, на машине. Потому что под вашей, если бы он застрял, МЧС пришлось бы вызывать. Мы выбираем, что будет, или все-таки пытаемся ехать. Ну там сейчас понадежнее, чем было. Да? Я резинки, которые выжили, прикрепил. Но я не знаю, насколько, когда они отвалятся. Нет, так если ты зацепил и не зашел. Резинки зацепил. И не зацепишь, не зашел, они будут все висеть. Там единственное, смотри, вот труба, она у тебя не смотрит, в бак куда-то еще, вот эта, которая отломалась. Бак здесь. Ну, да, труба там сломана. Ну, чтобы не пропалило бак или что-то такое. Далеко? Ну... полметра, метр. Ты можешь, смотри, что сделать. Наехать, допустим, передним колесом на горочку, да, у тебя сразу туда появится больше топлива. Или пеньки, вон на пеньки. На яму не получится так наехать, или на пенек наехать колесом туда. Кать, заедь.
сразу будет удобнее там ковыряться. Спину вытряхни такие пожалуйста. Мы план это? Завтра. Смотри, какой мощный. Сразу плюс 20 лошадиных сил. Может положи эту тряпочку, по которой вылазили, потому что будешь весь мокрый. Сдать каремат? Лучше да. Подожди, ты мне давала стяжки, да? Нет, Те стяжки не будут держать. Ну давай еще раз стяжки. Они очень тоненькие. Так, а есть какие-то нормальные? Планящий провод. Подъезжай туда. Все взял, сломал. Ну еще кусок проволоки принесем. В лесу все можно найти. Еду, проволоку. 422? Слышь, какой-то рулон. А, и проволокой был скрыт. Так это картина какая-то. Может это Пикассо. А ну. Другую 422. Давай. Давай куда-то на реставрацию завезем. Уже была. Это новая или это новая. Че как Мустанг, как Ягуар. Погнали дальше. Снимать как туристы берут больше. Давай уже, тут что-то R3, что туризм почти одно и то же. Давай, на Запорожье тоже так. Покажи, как надо быстро. Трехте заходит, хочешь? На моих колесах и не подвесли. Такой зацеп. Ну да. Эту точно никто не брал. Следов нету. Да нет. Сюда, нормально. Похоже на свежую. Давай. Так, чуть сюда руль. Если хочешь, не выходя из машины, сфотографироваться, можно ближе подъехать. А так? Как четко. Фиксация. Тоже на спичечный коробок фотографируешь? Да. Что это за прибор у вас такой? GoPro? Нет, CG-кам. Ну да. GoPro Made in China. Ты лучше посмотри, чтобы она выехала по пенечкам. Да, давай. Там большой пенек по центру потом. Теперь чуть-чуть сюда. Так, максимально. Что, мы же бородача с ними отправим штурманом, у него нормально получается. Да. Вам штурман не нужен, он тяжелый, правда, но он нормально, профессионально работает. Можете взять с собой. Паша, едь с ними. Хорош. Клиренс, конечно, маленький. Точку и выводи. Старайтесь, чем меньше задним ходом ездить по лесу, потому что все целее. То есть даже в городе это как правило. Не вопрос, мы сейчас ответим. С нашим выворотом просто по кругу прошли и поехали. Габаритами правильными. Да, прикольно, мы едем на Запорожце за Унимогом. Такие места, местами дорога совсем неровная. Клиренс у нас чем у этой Судзуки выше, блин, сантиметров на 20, наверное. Наверное, они там чиркали всю дорогу посередине. А здесь не видно. Да, тут жестко, слышишь? Тут когда растает, это будет просто. Но мы тут как-то были, что было. Смотри, блин, вообще. Что там бородач? Не знаю. Мы приехали, тут где-то точка ТР-3. Давай
Вот так слева на бугорочек встань, тут слева, чтобы мы не на дороге были. Или они застряли, мужик? Да, навряд ли. Хорошо. Он пошел снимать. Давай, я тебя тоже сниму. Да. Я тут такой, колея такая, не детская. Запорожец. Бревна. Находит траекторию и едет уже. Посмотрите. Да. Тут тоже весело. Подожди, палку эту уберу. Торчит острая. Так, бородач на точку пошел. Смотрите, что творит. По-жестокому пошел. Блин, просто. Шины эти-то толком и не протестировали при прошлом выезде. Там был лайт, а тут то, что надо. А вот следы. Тут багера вижу. Был Юра. Вторая машина в ТР-3 тоже на багерах. Ну что, давай. Вот тут ты сейчас покажешь. Тут опасно, да? Встрянешь, да? Да, геометрии нет. А можно объехать вот там, прикинь. Есть там заезд, интересно? Да, может и есть. Тут геометрии не хватит. Тут я, конечно, мордой упрусь и все. А горбатый проехал бы, наверное, кстати. У него морда коротенькая. Да? Думаю, да, ты знаешь. И он, если на родных шинах, он высокий, там высокие шины очень. Но если мне морду тоже на высокие шины поставить туда, тоже, да, то я тоже бы проехал. Именно на, с той мордой, которая сейчас. Паша, у меня, да, если мне морду выше, берет то... точку. Хоть нашли какие-то следы джиперов. Да, тут нормально, конечно, я так проехал. Тут, блин, кузов, да, да, ты шо? Ну четко прошел, красиво вообще колеса. Такой зацеп, она аж прямо выпрыгивает. Да, да, да. А вот кто-то, да, заезжал попроще. Это бородач и заезжал, да. Давай по бородача следам сейчас. Куда он дальше поедет? Будет выезжать потом? Да. Так, дошел я до этой точки. Тут если так маневрировать между деревьями, можно поискать маршрут. Ну, поискать, то можно найти при желании. И пару бревен убрать, то можно и сюда доехать. 313. Олег, бери точку, я тебя сфоткаю. Стой, стой, стой! Ну точку, что ты взял, я же ты должен. Выход с точки. Крис пробил масляный фильтр. Там уже его эвакуируют в лагерь. Нужно теперь фильтр, чтобы кто-то привез. Пока не нашли, кто привезет. Ну, думаю, кто-то сейчас привезет. Еще, сейчас же еще фильтр найти проблема, все закрыто. Ну, я думаю, найдем сейчас где-то. Видите, через какие бревна. Ну, машина создана для этого. Таких на твердом покрытии препятствий для нее нет. Просто бревно по колено лежит. Шины в диаметре 1,35 м. Он выход, смотрите, какой класс. Ширина не очень большая. Это ты специально, чтобы видео снять? Что там, рука нормально? О! Это уже... блокировки не включая.
Красиво. Уходим влево. Проходим. Где они, ты видишь? Вижу. Пытаются оторваться опять. Да вроде не пытаются. Уже надоело. Они к нам привыкли уже, да. Уже надоела эта игра. Надо им кулек с едой показать. Может точно тогда не будут открываться. Сейчас надо. А ну попробуй сейчас через лес обогнать, подрезать и показать кулек. Может не получится тут бревна. Да. Хороший день. С погодой вообще как под заказ, да? Уже какую субботу подряд солнце выходит. Когда я есть, получается, хорошая погода. Да? Да. Ты, блин, ты надо, чтобы ты, да, чтоб ты все время ездил. Я же не поеду, так все время классная такая погода, но вообще. Да надо машинку по это самое. По боевее, потому что на поздняке я не поехал. Я хотел поехать, но я понимаю, что я там буду плавать. А вода холодная, это, блин. А нет, там воды особо не было. Да я видел, как они ехали, нормально там воды было. Это, там Нива, получается, уходила по фары. Это в одном, Нивам было тяжело проехать. В одном месте. Ну а что, меня на шнурке тащили, это у меня все седухи были мокрые, жопу намочил бы, блин, ноги намочил бы, заболел бы. Ну да. Да если бы еще заброды эти были, куда они шло. Салон можно высушить, главное себя не это самое не замочить. Заброды, если подеть. Такие, блин, повыше. Ну да. Блокировка если была, то ты бы там не застрял. Ну, на злых шинах этих нормально. Просто ж немного не подготовленные еще к таким. Я ж только начинающий. Скоро лето, да, скоро лето, уже будет нормально все. Летом можно будет плавать, да. Так, ну, хорошее место тут. Смотри, какие горбики. Мы тут ехали ж только что, да? Да. Ты это, нормально. Сюда ехали, камеру не включил. С Крисом тут решал свой вопрос. Ему ехать или не ехать, да, я так понимаю, вы уже в лагере тащили. Ну да, уже утащили, я думаю. Бородач куда-то тулит, причем как-то ускорился, да, красиво. Блин, дубасим. И попутно пытаемся найти Крису фильтр. Еще ж локдаун, не все работают. Точнее, почти никто не работает. Точнее, работают в непонятном режиме. Ого, что-то мы разогнались осторожно. Блин, главное голову не повредить об крышу. Связь местами то есть, то нет. Сейчас пропала связь. Не так острижь будет. Дым идет. Да, подтаяло все днем. Алло. Алло, привет. Дельфин фильтр поломал. А Серега есть сегодня на работе? А, Иваныч есть. 2,8, 99-й год. 2 патрол. Ну, Ивановичу позвоню, давай. Может, у нас есть? Или вряд ли у нас? Ну, давай, наберешь, когда освободишься. Фильтр попробуй найди. Не у всех в наличии машина. Не каждый день спрашивают. Блин, ты уже дубасишь как на Баха, блин. Баха 1000. Баха 500. Ой, блин, вот это. Ох, елки. Блин, за счет независимой так она еще хорошо проглатывает все. Ушатанный передок, ушаровые, ушатанные, и так едет нормально. Да, нормально идет. Да, сокращаем расстояние. Где
это было неровно, он только что подпрыгивал. Не, ну у нас подвеска лучше работает, чем у него, судя по всему. Жесткая. Да. Участника догоняем. Похоже, говоришь, Сузуки. Цвет, да. Да, запорожец. Нормально едем. А УАЗовс. УАЗ, да. Так, памятник воинам. И тут еще один. Продолжаем дубасить. Куча участников каких-то настигли. Целая банда там. Надо поехать их поснимать. Посмотреть, да, что они там делают. Они там какие-то ямы заезжают. Да, тут как-то их много. Так, это Сузуки, ну, да, Джимни. Это же это Витара, которую мы уже спасали. Это Витара, да. Опять с нами. Что-то сложно там. А ну-ка. Подожди, я выскочу. Давай. Тут оффроуд. Оффроуд. Диагоналка, елки-палки. Какая борьба. Наконец-то мы хоть кого-то нашли. Нормально рвут новую технику. А, это только заход был на точку. Прокатная или нет? Не, не. То в Прилуках как-то ребята приехали, взяли джип на прокат и приехали поучаствовать. Молодцы. Да. Нам надо налево. Паша, нам сейчас налево, Паша. Ого, жестко вы с новой машиной. Так, они уехали. Да нет, вроде. Своя, говорят. А вон еще участник впереди. Может, за ним осторожно. Подготовленная машина. Очень красивый зимний лес. Прилома много, конечно. Да. Так, это еще, видишь, Саня говорит, еще хорошо тут более-менее следят. Там, где не следят, вообще жесть, там же ходить нельзя. Да, следят. Они следят, чтобы никто не брал ничего, получается. Бурелом, говорят, можно, что ж валяется или нет. Ну, можно, по идее, но по закону Украины, конечно, можно.